В летних оздоровительных лагерях начинается последняя смена для лагеря «Волынь». Она будет необычной. Сегодня в Нугарском районе открылась своеобразная полицейская академия. Шефами и постоянными гостями ребят станут сотрудники различных подразделений регионального управления МВД. ОМОН, ГИБДД и Национальная гвардия. И это не серьезные дяди в форме, а десятки малышей в штатском. Настоящая полицейская академия открывается в детском оздоровительном центре «Волынь» уже четвертый летний сезон подряд. Те, кто отдыхает здесь регулярно, знают, что их ждет. Многие постоянные воспитанники Волыни специально приезжают на тематическую смену. Здесь, помимо родных пейзажей и драйвовых вожатых, ребят встречают сотрудники правоохранительных органов. В детском лагере у них свои взрослые задачи. Создание таких неких доверительных отношений между людьми, гражданами и полицией. То есть, чтобы люди с младшего возраста понимали, что полиция – это не орган, который надо бояться, которому надо доверять. Безопасное колесо, основы оказания первой помощи, приемы самообороны и много других тематических мероприятий подготовлены разными службами правоохранительных органов. Творческие и спортивные конкурсы продуманы таким образом, чтобы и маленьким, и большим было интересно. Своими ожиданиями от смены с нами поделились старшие ребята. Кого-то даже удалось вывести на чистую воду. Немного затерялась я в толпе 16-летних подростков, но я надеюсь, что это сыграет сегодня мне на руку. Ребята, скажите, пожалуйста, вот вы как представители молодого поколения, что вкладываете вот в эту полицейскую смену? Что для вас это значит? Ну, наверное, это честь быть на полицейской академии, потому что приезжают полиция, они рассказывают нам о их работе, и маленькие дети, так же, как и взрослые, могут... пойти по стопам этой полиции и начать служить. Слава, ты доверяешь современной полиции? Нет. Почему? Я никому не доверяю. Как вот получается так, что современное поколение не доверяет полиции? Ну, вы просто посмотрите на них, и по ним сразу видно, что они не доверяют полиции. А ты доверяешь? Конечно, доверяю. Полиция – это защитники наши. Вожатая 8-го отряда нам призналась, что их недоверие – лишь юношеский максимализм. И на самом деле старшие дети с большим увлечением начинают четвертую полицейскую смену. Они в нее прям окунаются с головой, им это нравится. Вот мы ставили вчера визитную карточку, им прям очень это интересно. От них очень много энергии идет, что прям выкладываются на все 100%. Дети ловят впечатление и радуются последним неделям перед школой, а люди в форме готовы им в этом посодействовать. Самое время развеять стереотипы и добрыми поступками заслужить искреннее восхищение молодежи. Ведь если в тебя верит ребенок, значит и взрослый будет готов положиться. Из Новгородского района Людмила Александрова, Олег Федоров, новости, Новгородское областное телевидение.